Вот день Троицы приближается. Сергей Павлович тут украшает веточками. Старается. Вон оно как все у нас. Ну, что тут скажешь-то? Троица? День Троицы. Сейчас. Так, что? Ну, когда что? А? Когда что выключать? Сплошная. Я не знаю. 10 июня. На 4 месяца. До 10 октября. На 4. Ну, все. Да, да, да. Я вон что понял, понял. Если что, позвоните. Спаси Христос, я услышал. Так. Ну, вот тут наш костяк. Мария Яковлевна все рассказывала. Она посмотрит и говорит, вот этот пост. Что, еще болит ухо-то? Каждый день. Это наш костяк. Я, конечно, каждый день. У нас даже часы и те оказались с веточками. Да. Пойду на улицу посмотрю. Вон, себя увидел. Ну-ка, открой мне дверь, я пойду там батюшку захвачу. Можешь закрыть. О, я пошел батюшку там снимать, а вон вот он катит. Ну все, возвращается назад. Ну что, ничего не получается? Она в отпуске была. Она в отпуске была, да. А сейчас пришла? В понедельник выходит. Смотри, вези меня. Приедешь за мной. Добиваюсь попасть к судье, которая судила в прошлом году. Сделать подарки божественные. Ну, Надя Тихонович. Что? Ну, разрешите шторки, это разрешите. Не разрешаю. Ну, а что нам делать? Ну, не разрешаю, все надо одинаково принимать. Туда или сюда, ни под каким видом. Даже не разговаривать не надо, они хорошие. Да не грязные. Так, все, вопрос снятый. Шторки не прикасаться. Каждый день бы стирали, рвали их, еще бы лучше. Так, выйти туда. Кто там на улице-то есть? Да кого нет, все ушли. А что ушли-то, ушли? А должно увидеть, голуби у меня там на крыше сидят. Это серый котик чей-то приходит, такой породистый. А там всех питаются. Всем хватает всего. И главное, пошел и... Что тут замки наружу лежат? Это плохо. Замки надо убрать в тумбочку. А то тут потеряются. Ну еще. Все. Диски я вам привез. Понял. Работаем. Все, на этом конец. Сереже это все отдам.